чё, Лича, ебанём, не? Сегодня после ВОКа. Никим. Да, в принципе, можно. Хуй надо его оставлять. Чё его оставлять-то, блядь? Если Егор снова не затупит и заберёт быстро. Да, безумно. Да там, блядь, я тоже... Да я видел, но он просто провтыкал момент, что тебя сложило. Я ждал. Да я не ожидал, от духов что-то хуй знает. Да ты не от духов умер. Наверное, от этого просто умер. Тебя не прохилили? Одновременно там и духи... И духи там, и лич стыкнул, о, пиздец. Просто, блядь, еще и другие духи. Ладно, похуй, там можно было с этими 5 ДД еще можно было вынести его. Да надо убить. Но, блядь, потом вот эти убить. Духи новые. Да, Тунга. Кому еще сопрот? Да весь у тебя лапка, Ларта. Кулак по руке дайте. А мне не отображается почему-то. Вот, я лично бафну. Ладно. Ну да, в Big Brother, например, есть. Время, вагоны. Кто первый на роботе? Кто побегать хочет? Только не сильный. Как там бегать надо? Не-не-не, ты баф вешаешь. Да я могу ударить, типа, и обратно отбежать. Так он же на время действует. Разве? Я, короче, Decrepify поставлю. Так, Decrepify. Знаешь, как бегать? Или тебе объяснить? Смотри, вся задача. Вот босс стоит в центре, да? Вот, например, сейчас я метку кину. Вот, он примерно там будет стоять. Твоя задача просто бегать по кругу. Ничего больше делать не надо. Просто бегаешь без остановки, пока босс не упадет. Вот если поэтому... если босс двигается, например, ну в эту сторону, неважно, на или по любому другому краю, ну чуть ближе, ты делаешь радиус бега чуть побольше. То есть, ну дальше бежишь. А там уже можешь чуть сузить на другой стороне, например. Это идет для того, чтобы... Ближайшие сферы, которые упадут, они нам дадут сайленс. Если ты не сделаешь больше радиус, понятно, мы будем сайленси и сдохнем. А сделаешь, там ничего не будет давать нам. Понял? Я тут думаю, я вот не помню, хватит ли тут двух танков. Хватит. Хватит. А, обновите, пожалуйста, еще раз по себе каску. Если что, умрем. Потому что ЛМ оказывается паладин. Маковский ЛМ, класс паладин. Бафа по нему каска бафается. Так он же все равно сдохнет. Потому что он вообще у меня в Пали Пауэре в классе воин. Ну я пробафываю и все. Все, все. Далее. Все прочки пьем. Чек на пул. Все, мы готовы, танки. Поехали. Остальные ждут. Decrepify. Сразу как начинаем мы бежать под босса, ты уже начинаешь бежать по кругу. Давай, давай, Слава, начинай. Нет, вот он. Ты, я думаю, выживешь, ты шипешник. Побежали. А я да забыл. Бесполезно, Роба. Сам такой. Бесполезный друид. Киру, давайте. Сколько тебе осталось до пятых? Три. Блядь, ты помнишь?
Сам ты бомж. Ты бомж. У ты меня бомж. Все пять есть. Там на полудине, да нет, это пятых. Бомж. Именно на полудине, блять, пятая катал. Я бомж. Даже квартик не захожу делать. Бомжара, ну, ясно. Тунга, а где твоя на полудине пятая ката, третья ката хотя бы? Там же, где и твой ХПС, как бы. Его нет. То есть каты нет. В смысле мой ХПС? Вот так вот. Это нету ХПС. Вот именно. Как бы. Я Сибелла умерла. Так, Сибелла, ну это... Это бан. Бесопротно. А чё, ты опять хочешь мне что-то надеть на рогу? А нахуй ты туда зашёл? Я не знаю, просто так. Вон, ОДшки полутать. Помойка. Да сам ты помойка, ты. Пес. Да ты. Ты, блин, дреней. Фу. К. Дреней К. Дреней вообще фу. Сам ты фу. Фу-фу-фу, дреней. Просто не понимаешь эстетику. Эстетики коров, да? Ну да, получается, не понимаю. Да кого они там воевали? Так, енот, закинь инер по дурдрому, джанглист, дай свой тотем маны. Лянь бегает ДК. Давайте, может, не заодно РС по хайм убьем. Не, чешку выбьем. У нас в РС хайм не будет хилов. А если будут хилы, не будет ДД. Тандакуп и Мотю говорит заходить. Не, могу позвать. И хантов нету. Жадницу потянем. А где жадница? На магии в Солка. С этим. А-а-а. Я могу ему написать, типа, чтобы он потом на дича дошел, но это, думаю, он пойдет. Ну, надо бы, конечно. По ДЦ, Слава, дальше. Бил мне ДПС. 14к почти, кстати. Угу. Как говорю, Даня, что 15 как бы, Т4, да? 16к. Бля, такой веселый босс. Вообще. Герри веселый. Герри, он тоже скучный. Что там просто сверху ловишь по манекену? Там просто для танков приколюха и все. Скарчик, у тебя самов-то 5? Скарчик. Там три тела между мной и безумной. Смотрите, может сальва дать. Что у тебя такой там левел маленький на этом? Это скилл агро. Копии сдай. Помойка, вот он. Да, о, сразу видно. Мусор. Фу. Пишет КД в групповой чат. А, КД, блядь. Ой, я сейчас тебе могу резнуть и показать, что у тебя не КД, на. Ло, давай, скриншот, кидай быстро. Дай ему бэр. Только ты меня наёбываешь, блядь. Копии не сбрасывай.
Они временно агро перестают давать. Поэтому за это время могут... Ага, следующий я умру, походу. Ладно. Я не бью. О, все, можно. Эх, хорошо быть малдопысячим рогой. Тебе ничего не страшно. Сидишь там в топе, на дне этого омана. Чиришь. О, чик. Где ты пять? Слышь, так, потом вар, ату. Забирай. Ты душишь. И меня вроде. Дима, а ты Мейнглобу отдавал анролом этой пятой куске? К сожалению. А он говорит, что типа не отдавал ему анролом. Два штуки, алло, блять. Хей, мы тоже про это говорим, типа тебе анролом дали, по-моему, типа 25 анролом. Он такой, какой? Я там 4 месяца на замене сидел, выпал ЕП. Да, да, да. Сегодня слазил. Блэкдот нет. Пока сейчас вот сражаетесь, если Астралий забирает. Забираю, конечно. Только потом он забирает еще грудак. Потому что Никита не спрашивает, как правильно сделать. Неправильно, да, написал. Страли второй кусок. Третий. Третий. У тебя открытый вот кусок. Бегите вниз. Я сейчас все открою уже сразу. 16 000. А что с выкида нет? А то у тебя третий кусок открыт? Да. Открыт, да, третий? Да, у меня один осталось. Ну все, одна воронка, если падает, сразу обмен кидай мне. Че то где мама лобьет, типа 200 000 всего за 6 лямов. Дим, я плечи открыл, если что. Скилл, ты сорвал агро, следовательно, можно снять себе минус ЕП. Правильно? Все, минус ЕП. Правильно, правильно. Да, ну, он же сам сказал, что нужно минус ЕП. Это типа мойка, как бы, да. Вот. Смотри, я остановил ДПС. Я как опытный человек, уважаемый в своих совиных кругах. Да куда там, Дима, что ты? Что-то не будет стоять. Там не уважает. Тут что уважает? Тут не уважает, долго, я знаю. Чего ты хуй делал? Ты ЕП готов, я, блядь? Блять, мне Омин, короче, понял, он мне первый раз крикнул, типа, что все, конец. Привет, да, привет. Подожди, ты Frost Mag, подожди. А. Ну глыба, чё, ты глыбы не жмал стопудово? У меня всё КД было. Да ну нахуй. Поздно. Ну-ка, где скрин сейчас мы? Так. Вот, чё ты меня наёбываешь, блядь, нахуй. Глыба не в КД. Наёбщик, слышишь? Помойка. Бота громче делаете, там топ песни, кстати. Хватку, короче, нажал, и глыба уже была, но уже было поздно. Когда въебало прилетает просто на 200 000, блядь. Короче, Омин кричит стоп, первый раз. Было 92, понял? Я остановился, не бил. Потом уже дал, типа, ас, и у меня сразу 102. И ГВП, нахуй, отдыхаем. Виз сбрасывает. Один раз можно нажать и, блядь, все, и ты можешь еще дальше. Ой, ты что несешь, блядь, у человека он не сбрасывает инвиз, сука. Вы такие конченые, не говорите мне эту хуйню, пожалуйста. Успокойся. Меня сбрасывает. Вот на все громко делаете. Ебаные затупки, блядь. Лучше музыку послушай, сядь, успокойся. Меня, блядь, сбрасывает. У человека не сбрасывает инвиз на боссах, блядь. Нет, ты интонацию подтягивай больше, чтобы песню. Как чур, блядь, сейчас буду говорить. Есть же, да, есть же, не сбрасывает, блядь. Бля, вообще нормально в тему скилл разговаривать. Хоть поржать.
Когда маг умер, робот сгорел нахуй. Сделай файр, а не броди. Просто скажи, ты проебал по ДПСу на роботе, вот и все, блять. Я же не проебал. Слышь, не проебал. Так я стопал дважды. Я стопал, два раза стопал. Да какой ты стопал? Если бы ты стопал, ты бы не лежал бы, блядь. С глупой не КД. Первый раз. Был Леджек на первом месте по агро. Ну. У меня было 80, у меня было 30 нахуй, понимаешь? 30. Что я не бил, блядь. Ну что, лох? Я почувствовал свою боль на сурке, когда я по скилла, я сдох, нахуй. Кидай дэнч, 200, забирай. Этот ремонт ебаный заебал просто, господи. Приедет, слышишь, приедет Ваха того. Пизжа, да, там. Гил, когда к Купаранту поедешь? Кому, блядь? Купаранту кому? Он не уперся, блядь. Что-что? Слился? Рано, блядь. Че ты доебался на неё? Рано или... Тебе приходишь, тебе, блядь, приеду. Давай. Серп тут? Давайте, потом напишу адрес. За 5000 километров тоже, как этот долбоёб, блядь. Я в другой стране что-то не сделаешь. Угу. Ну, нахуй, 1000 километров, 500 километров, блядь, базару ноль, нахуй. Ну, живет, нахуй. Ясно, слабый, короче, себя не оправдывайте. Да все, не оправдывайте, да все. Ой, это рот закройте мне, да все. И кричит такой, давай, приезжай. РДД. Звездочка и кружок. Так кто к кому приедет? Звездочка и кружок приедет. Серп, ты заходишь? Серп, прием. Тим, блин. Да сам такой, ты понял? Ты смотри, заагрился. Да сам ты загрелся, я как бы вообще это спокоен, да? Не то, что ты чисто сидишь там такой. Угомони свои таланты. Как монах из Шаолиня, да? Да-да, я. Так сиди на жопе ровно, как говорит. А если не буду ровно сидеть? Шупать, блин, можешь полежать. Скилл. Дали на тренировочку. Тренеров твоего очка, если только. Кого? Тренеров твоего очка? Во очка. Твоего? Тебе свое очко, но там тренироваться будем, да. Да кого ты говоришь, а? Давай. Воронка выпала. Давай. Я вижу, не волнуйся. Ты с собой, блядь, или чё? Давай. Там молодой, блядь. Тренировку очко устроили, давай. Галочку где помой, блядь. Галочку. Я перегрелся мыть. Слишком. Галочку помой. Давай это. Старчик, мне вообще нет. Не на кого вообще менять. Я на меня поменять, пожалуйста. Я пожару пойду. Алло, блядь. Тут просят с рейда поменять. В рейде. И еще, блядь. Арчик. Включи замену, блядь. Что за прилив помойный? Почему с ним с первой, а? Что за бомба? Помойный. Да помойка чисто на стиле, как бы. 71 прилив, ты чего вообще такое? Да ты, блин, не можешь даже съесть одеть это пух с этого, как его зовут? Слепого. Ты. Слабый. А не, слабость, понимаешь, да? А
Он там 100 грамм выпил или что? Что с ним не так сегодня? Кто малого напоил, блядь? Алё, нахуй. Пожалуйста. О! Астрали, чё, будешь всех выкашивать среди мой, да, на этом келе? Как я в свою лучше верну. Тогда. Дима, когда я там 4 выписывал, или сколько там 4 я выписал? Когда мне в МК взяло под Димой 8 стаками. Я не оценят меня. Да ебался. Ладно, скилл, привет. Привет. Отъебись от меня. Нет, с тобой это не сработает. Чем хочет. Кто молодого напоил? Бля, признавайтесь нахуй. Никто не поил твоего пса, но... Он, блядь, на байбек не может деньги оставить, нахуй. Да что ты гонишь, ой, байбек всегда оставил. Гонишь, нахуй. Раньше не оставлял, блядь. Дима, ну что брать, пока помойте, правда? Нужно что брать? Ну, да, ну, я топ 390, алло, как бы, топ 390 ММР. Чего, блядь, топ 390? Ну, тут как поспоришь, кстати, 390 есть, да. Можно по-русски говорить? Топ 390, как бы, я. Да, я. Ну не Мортал, чтобы вы понимали. Да ты вообще бомжара. Мортал. А, блин, ему нет. Так, я не играл в Дубе, я не играл год в Дубе, я тебя разъебу на любом персе на мини. Да на давай, Урсе, давай. Разъебу. Погнали за XT, лох. Так, сумоньте Купу и сумоньте Монтейна. Скарчик, что? Делай ТП. Засал, да? Погнали за XT. За ХС погнали. Своим. Ой, ясно, засал все, короче. Скилл чисто слился. Блять, отъебись от меня, нахуй, дурачок, пожалуйста, отъебись. Так, кто здесь первый раз? Где Creepify, да? Джанглист, это... Погнали, и погнали, вы еще. Вскрою твою толстую жопу. Как бы два вагона в рейд пришли чисто. Что, фулл рейд? Ура! Давай, давай. Вроде сейчас там этот челик вылетит. Все, все, мать Монтейна. Так, 21 докат. А что это получается, мы это? Еще Ресу сможем, да, пойти и этот? Или ча? Или ч? Ты жадницу позовешь. Понял. Так, 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 так. Значит, смотрите, Decreepify и Junglist. Вот, это 4 босса. Так, Junglist, тебе первая фаза, значит, надо знать, это только Талдорама Светокрада. Если на тебе выбирается таргет, это который вот Луна, челик бегает, получается, тебе нужно от него убегать. Понял, да? Просто убегаешь. Decreepify точно так же тебя касается. На тебе Светокрад отбегаешь. Значит, что касаемо треугольника Decreepify, значит, когда он кастует бомбу, тебе нужно отойти от этого каста. Все, это, в принципе, для вас. Когда появляется оружие, там все становятся в центр, оружие заливается, значит, кто берет то? Decreepify, ты берешь булаву себе, а Junglist, ты берешь себе одноручную дробяшку. И щит вроде бы. А щит нет, там вроде бы для танка. Да, ничего, суманите. Вы потом это все увидите. Там оружие будет лежать, просто нужно лутануть их. Можешь себе, в принципе, Junglist даже посох взять. Так, это касаемо оружия и этих миников. Потом появляется босс. Значит, когда фаза келесета, после того, как мы убиваем всех помощников и оружия, появляется келесет. Значит, все РДД хилы становятся звездочками, лишники под босса по команде, если РДД отходим, там появляются бомбы, отходим влево, в ромбик. Если на милишниках по сторонам разбегаетесь, потом назад сбегаетесь. Безумно на боссе, вводит даничи на трэше. Но 50% как будет, значит, Безума, выводишь его на платформу сюда, и здесь по платформе будем дистанцию набирать. Это, в принципе, все. На взлетке
для новичков, там нужно будет набирать дистанцию друг от друга. Получается, он босс кастует луч, и рядом стоящий получает двойной урон. То есть, если вы набрали дистанцию, вы урон дохуя лутать не будете. Надеюсь, это понятно. Также понятно, зеленку нажимаешь, декрепифай на луче, и касаемо еще фазы до 50%, состав на 50%. Значит, босс будет кидать в 3 МК. Этих человек нужно законтролить. Массом мы не бьем. В принципе, все. Ухи снимаете, как и на леди. Там еще такая фишка, возможно, есть. Вот, там попробуешь в МК взять, чтобы вывести с другого с МК. Меня выводили так. Вопрос. Оружие, оно одно на весь рейд, или каждый может взять себе определенное оружие? То есть много раз поднять с него. Вопрос глупый, я успею за тупой флаской слетать, или мы уже покончим? Давай я тебе дам. Не, типа, я про шатратскую. Что, зачем тебе деньги тратить? Не, просто если мы будем пулять, я выпью просто обычную. Давай обмен, у меня их много этих. Смотри сам. Дима, ты сказал на платформу выводить на какой-нибудь, на фиолетовый пол, что ли, или куда? Да. Вот сюда, в центре, где мы сейчас стоим. И мы будем по площадке, у нас будет больше радиус бегать, именно плетать. Там в МК, короче, не надо давать этот, вот он. Тут, короче, есть кинжал. Вот, кинжальчиком нужно будет сбивать... Вот Локи, наверное, вы возьмете кинжальчики. Я, может, возьму. Короче, нужно будет подойти и тыкнуть автоатакой. Ну, я так понял. Это не точно. Это будет выводить из контроля. Понятно, да? Давайте фулл баф, сапроты перепивайте, хилы можете себе оставить, сапроты. Локи берут кинжалы и выводят автоатакой тех, кого контролят. Да, те, кто в МК, попробуйте их тычкануть. Там шанс такой маленький, может до смерти затыкать и не подействует. Ну, вот он, у меня вот сработало это. Ну, блять, я ходил, на меня это юзали. А нет, только пушек можно же взять? Конечно. Так, все готовы, я запускаю. Так, СС накинем блэкдот на Сибелла. Веруния СС на. Давай на меня. Нет, нихуя не на меня. Давай на ДЦ. Ино, зачем тебе саппорт? Объясни мне. Что, ведь я в МК не мог потом законтролить? Но он обещает тунгу разъебать, знаешь. Так, еще касаемо, подожди. Скилл, ты ромбик, Лартен, ты за ромбиком стоишь и хилишь потом скилла. Понял? Да. Все, ебашим луну. Да, ничего. Ну да. Ну типа босс. Вопрос у него, блядь, скоростной бегал, бешеный, точно ходит в деле. Готовимся, крестик, будем сдавать бурсты. Бурстим. Фига, у нас ДПСа много. Так, милишники в спину, дистанцию набираем, РД хилы, дистанцию между собой набираем, безумно ставьте босса. РД играем по ромбику.
Так, сейчас будет открываться у нас Тилоникус. Сначала будет каст бомбы, потом милишники только бьют. Бомба 5 секунд. С РД зону убери. Вышли, отошли от него, отошли. Ты, блядь, агро дайте набрать сначала. ГГ. А, нет. Думал, он дурдом умрет. О, в последний момент жопу вырвал. Так, безумно. Вытаскиваешь булаву. РД играет по черепку. Посох, остальные танки голова. В центр. Звезду. Так, еще нету посоха. Ты... это нормально все? Нет, смотри. Да, у ветерана началось это просто. Да, у ветерана его можно. Так, Сибелла, вставай. Дайте баф по Сибеллу. Вы видите немножко дальше от РДД зоны? На платформу, да. Все, играем по остальному трэш. Там оно само догорит. Грипните посох. Дробежка одноручная, она кастерская? Да. Вроде бы да. Вот посох. Ты ласкают? Ну да. Кинжал вроде бы не... этот не кастерский. О, кстати, этот... Тунга, тебе обязательно кинжал взять. Зачем кинжал? Ну, чтобы тот, бомж... который из контроля выводит. Бомжара, бомжаров 4 бега. Вот она, тебе не надо брать, я просто забыл про тебя. Астральный антисак или... Так, значит, смотрите, сейчас набираем дистанцию. Скилл на позицию, Ларта на позицию. Иди, хиль. Вот это, да, да, все, молодец. Значит, что касаемо, они сейчас активируются все вместе. Значит, первого мы убиваем светокрада, вроде квадратик. Значит, бурсты в него сливаем. Потом милишники играют по кресту, РДД играют по рампу. Это маг, который на платформе будет. Потом после мага мы играем по треугольнику. Если милишники успевают убить до этого момента, значит они переключаются к треугольнику. Если не успевают, то треугольник переключается на крест. В принципе, все. Уверен, что Стинги хочет доверять эти дагера? У него апа до жопы, он убьет кого-нибудь. Ты зачем? Он больной. Он аниме-псих, я уверен, он бой зарежет. Нет, просто в левую руку нужен дагер. Просто в левую руку даггер, все. Ему не надо никого убить, он убьет, конечно. Пристабав, дайте по Сибеле. МП5, повесьте на друида. Быстро. Все, поехали. Бурстим. Ай, дезориентация. Дистанцию не забывайте набирать, потому что она кидает хуйню. Посохи нажмите. Еще раз. Веруня. Чуть дальше отсюда отводите его. Лёха, прохилься. Джанглист, убегай. Не туда. Все правильно бежит, все правильно ты делаешь, не слушай. Купа. Ты забыл добавить лох. Нет, это ваша тема с сельдереем. Аня. Не Аня, сельдерей. РДД играем по ромбику, дистанцию не забывайте набирать, крестик играют милишники. Урежденная с афродоком, пока махнулись местами. Ну, не-не-не, он вообще просто РТ не собирался, потому что людей не хватало. Он решил пойти целка бычку, ну, фармить осколки, он хочет. Не, я понял, потому что он уже собирает его сколько, часа 4, наверное, 5, ну ничего. Да, там вот. Алло, там просто типа людей добирает, он просто походу, там он уже типа 6 боссов минимум убил уже. Я подтверждаю эту информацию, кстати. Так, РДД по треугольнику. Чего? Спрашивайте тебя. Я тебя не слышу. Ты не слышишь его? Психо, он слышит. Что, он говорит, что Тунга лох. Подтверждаю. Что, слышал, Монтейн, да? Монтейн лох? Монтейн, да, все слышит прекрасно. А вот и ветеран слышит хорошо.
Питер, сколько мне будет стоить, если я забью его на МК-палку? Бесценно. Тебе бесценно. Я услышал. Бомба 5 секунд. Но желательно не убивать. А то у нас на полу не будет вообще. Ну я вот так припугну чисто разок. Ладно, я его Берну, похуй. Так, РДД хилы в звезду, танк на позицию, быстро. Спасибо. Гера пошла. Напоминаю, если у нас контроль, значит, ой, блядь, контроль бомбочка, я говорю, какая зона. Вы отходите влево, если РДД и хилы. Если миличники, можете в любую сторону по сторонам, главное не сдохнуть под боссом. Контроль 10 секунд. Готовьте зеленки сливать, ДКшники. Пухи снимаем. Пухи снимаем. Миличники разошлись. Миличники разошлись. Контроль готовимся. Маги готовимся, контроль. Массом не бьем, никаких лучей. Контроль. Почему не мути? Попробуй кого-нибудь вывести. О, молодец. Сработало. Вот оно, эфир есть. Еще дайте обновить эфир по вот оно. Давай, Вер, мне фигачил. Все, молодцы. Ми, РДД, 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 отошли, отошли, отошли. Поднять? Да, давай. Слабо подними. Ай, блядь. В смысле минус 40? Ну, у тебя просто нету больше. Да это не я не буду. Ну ладно. Значит, у него больше нет. Значит, контроль 10 секунд, зеленки слили. Милики, отошли. Пухи снимаем. Контроль, готовимся раздавать. Раздаем контроль. Маги оковы. Я овцу сразу в оковах. Давайте. Так, глыбой, молодец. Хазуру. Так, вот... Престу, дойдите, эфир. Попробуй снять Преста. Молодец, хорошо. А Хизуру тоже дайте тычку. Все, отлично. Милики отошли, милики отошли в центр. Значит, это пофиксили, потому что раньше вообще офигово срабатывал этот нож. Так, по Энху встань. Не знаю. Шарты сбивать, ребят. Больше ДПС босс. Каст. Касноярс на нем благодать держи. 10 секунд контроль, зеленки сели, пухи сняли. РДД отошли в звезду, РДД отошли в звезду. Контроль 2 секунды, приготовились. Массом не бьем. Контроль раздаем. Давайте. Пошла жара. Блин, дайте бутылью зарублю. Рубить пошли. Все, аккуратненько. Выведите его с контроля. Блин. Не получается? Можно я монтейна шлепну? Нет. Блин. У тебя можно было бы шлепнуть, но монтейна нельзя. Да Берни бы потом был. Да Берни его потом. Милики отошли. Забери танк, следующий. Танк забери. Сибелла, подними меня быстро. Феникса, отвезите отсюда. Он на танке. Все, я понял, понял. Так, значит, Феникса играем, ребят. Звезда. Милисники под лоу хп, сразу убегайте. Отходите, отходите. Потом на яйцо вернетесь. Яйцо бьем. Короче, забит. Ебать. Егор, вниз опускай сразу эту дуру. Яйцо. Дальнее. Давай, веселей, навались. Ладно, похуй. В центр выводимся, выводимся все в центр. Быстро. Дистанцию набираем друг от друга. Вот сюда, где квадрат, Егор. Вот здесь танчи да, его. Да, беги центру. На выход, я там как раз стою, подожду тебя. Там. Левитация. Ниже головы не опускаться, близко к боссу не подлетать. Кто может подхиливать, подхиливайте.
дистанция, прожимки. Деф прожимки тоже нажимайте. Не стесняйтесь. Интеллект маги баф не идти. Вагон. Блять, я же... Да вагон. В меня двойной луч влетел. Не тройной. Прикольно. Так, значит, бомбочки чекать. У кого есть ПР? Есть у кого? Нет. Нет, все, значит, похуй. Фениксов там... Осторожней, так. Чекайте ловушки, потому что я могу прослакать их. Косты сбивайте, у вас 3 ДК, 1 рога, алло. Сбиваем косты. Вороню в счет. РДД срывается, так. Играем. Косноярс обнови, Блэкдот. Не забывай, просто держи Косноярс, тебе не надо ничего другого держать. Каст. Феникса забери. Гравитация 5 секунд. Готовим набирать дистанцию. Сейчас будет где-то бомбочка. Это похуй на нее. Взлетка. Дистанцию. Друг от друга набирайте дистанцию. Близко к боссу не подлетайте. Астрали зеленку нажми. Падение 5 секунд. Сразу не сбегайся. Упали и упали, все. Типа луч будет, потому что... Оп. Ничего страшного. Косноярс обнови. Каст. Мне так же, как в тебя залетело, Дима. Не правда, если мы знаем, что ты слаб. Да. Чисто 17-ка помойка, как бы. Угу. Так, Феникса забираем. Каст, каст. Ребят, каст, сбивайте. Скажи, дистанцию набирайте друг от друга. Рассосались, рассосались. У вас тут платформа, я вам дал вообще охуенную. Можно танцевать. Скилл, блядь, ты вместо того, чтобы писать хуйню, ты бы лучше сам бы просто отлетел бы, да и похуй. Даже не бей. Какая разница? Кто отлетит? Аккуратно, луч, все. Каст сбиваем. Косноярс. На РД падает. Касты. Давайте заплевывайте его. А вдруг сейчас вайп? А ты ЕП дал. Я буду винить. А где грудак, алё? Ну вот, астрали твой грудак. Так, поднимите меня. Нет, же сходил к стану, да. Кого-то... Так, ой, что, разрешил, сказал. Дима. А?
Давай, Джанис. Да, да. Что значит создание пяти Эль Эдари? Пять знаков Эль Эдари. А сфера зеленеющая на что квест дает? На шею. Не на что. На шею, кстати. 77-я, ну да. Там говно.